Это первый большой сольный концерт, который ребята организовали в родном городе, будучи уже состоявшимися звездами. В этот вечер, казалось, все сошлось и все удавалось. Отличная программа, свет, звук и, конечно же, зрители. Своих земляков кандалакшане встречали не тепло, а горячо. И это не случайно, ведь многие из тех, кто присутствовал в зале, наблюдали первые шаги, первые успехи молодых вокалистов. Больше вселенной для тебя и меня. Это бесценность и день ото дня. Больше вселенной для тебя и меня. Это бесценно, эту форму ручки день ото дня. Больше вселенной для тебя и меня. Это бесценность и день ото дня. Больше вселенной для тебя. Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Вокальный дуэт, возникший в начале 2000-х, это целиком и полностью заслуга мамы ребят Татьяны Евгеньевны Ермолаевой. Именно она поверила в подростков и, как признаются ребята, стала не просто их проводником по жизни, их главным учителем, наставником, главным критиком и главным и самым важным поклонником. Знаешь, мама, все хорошо. Солнце в небе, дождик прошел. Знаешь, мама, только тоска прямо мне без тебя. Мама, мама, знаешь, мама, все хорошо. Солнце в небе, дождик прошел. Знаешь, мама, только тоска. Мамины старания не прошли даром, да и сыновья-трудяги не подкачали. За плечами Виктора и Демьяна – музыкальное училище, которые парни закончили с отличием. Участие в различных конкурсах, в том числе и всероссийском «Новая звезда», организованном каналом «Звезда». Песни, звучавшие на этом проекте, ребята снова исполнили для земляков. Как признались Виктор и Демьян, проект «Новая звезда» стал не только очередным толчком для развития творчества, но и подарил им новых друзей, одним из которых стала певица Зара. Она не только отметила талант вокалистов из Кандалакши, но и всячески поддерживала ребят в процессе проекта «Новая звезда» и после его окончания. С Зарочкой мы встречались на концерте, на ее сольном концерте в Питере. Это было чуть меньше полугода назад, это было весной. И в тот момент мы не попали в Кремль, и мы решили взять и поехать в Питер на концерт. Мы достали билеты. Да. Нам повезло очень с партером, мы ничего Заре не говорили, потому что артист, который готовит программу, к нему лучше не лезть, вот да. По себе знаем сегодня. И когда она увидела в зале, она бросила микрофон и побежала и закричала: «Мальчишки мои!» И это было так приятно, просто... Это было очень приятно. Потом Зара вызвала нас на сцену, познакомила со своей публикой. И этот концерт стал для нас огромным стимулом и огромным примером, хорошим примером. Мы вдохновились. Мы вдохновились. И мы поняли, что мы не можем подвести, потому что такие люди в нас верят. Верят Виктора и Демьяна не только именитые исполнители, но и земляки кандалакшане. К слову, очередная встреча с парнями не за горами. Как признались Виктор и Демьян, до конца текущего года они планируют организовать еще один сольник в родном городе. Так что следите за рекламой и ждите хороших новостей.